Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю 2 салатика с сыром, только другие с разными начинками. Вот здесь у меня на столе 2 мисочки уже с натертым готовым сыром. Вот одна мисочка, вот другая. Значит, в одну мисочку мы будем ложить. Вот здесь у меня в тарелочке можно отварить шампиньоны, но здесь я готовая консервированные взяла, купила шампиньоны порезанные и опускаю их вот сюда в наш натертый сыр. Вот так вот мы ложим. Они простые, быстро делаются. Отправляем в сторону. Берем нашу сольку, подсолим маленечко, отставляем в сторонку, берем сметанку и добавляем сюда сметанку. Будем добавлять, со сметанкой будем делать этот салатик. У меня сметанка тут 20%, хорошая сметанка. И будем все это перемешивать. Вот такой салатик у нас. По желанию, кто хочет, может поперчить черным перчиком или паприкой. Но я без перчика, не хочу я с перчиком. Еще нужно добавить еще одну ложечку сметанки. Все, вставляем в сторонку и перемешиваем. Так, перемешаем это все. Вот у нас что получилось. Вот такой салатик у нас получился. И нашу мисочку будем другую, салатничек, выкладывать его. Вот перемешала я его весь. Здесь просто сыр, шампиньоны. Если отварные мелкие, то можете миленькие целые ложить. Если у вас крупненькие, то можете порезать. Можете консервированные взять. Я выкладываю это все сюда. Сгибаем и выкладываем. Так, ручкой маленько поможем. Хорошо. Высыпаем из нашей мисочки. Отправляем в сторонку. Разравниваем. Так, разравняли. Вот один салатик у нас готов. Оставляем сторонку, он нам не нужен теперь уже. Теперь у нас стоит другая мисочка с сыром с натертым. Здесь у нас яблочки. Почистим для начала одно яблочко. Посмотрим, какое оно у нас. Ну, оно какое-то неважнецкое. Значит, мы еще почистим и порежем его. Возьмите кисло-сладкие яблочки. Можно сладенькие. Если кисло-сладкие или кислые, то можно добавить будет сахарок сюда. Это оно какое-то яблочко у нас неудачное получилось. Вот какое. Мы его почистим и другую половиночку почистим. Так, вот. Почистим яблочки. Почистили мы наши яблочки, теперь будем их шинковать любыми способами. Можно кубиками, можно соломкой, как хотите, любой величины. Я вот так вот мельчить я сильно не буду и подстригаю их. Вот стригаем каждое наше яблочко, чтобы кусочки были видны. И сюда в мисочку закидываем наше яблочко и вот продолжаем наши четвертиночки стригать. И сюда же опять такая. Быстренько получится. О, какие кусочки хорошие. И сюда же опять. Это яблочек будет. Много яблочек будет. О, последнее яблочко доедаем. И сюда же его закидываем. Разровняли. Берем ложечку нашу, берем маленько сольки,
Прямо капелюшку совсем сюда добавляем. Маленько сахарком. И присыпаем сахарком. Берем майонез. А здесь мы с майонезом сделаем. Вот, хватит, наверное, майонезу нам. И будем это все перемешивать. Если будет мало, значит еще добавим. Конечно, маловато чуть-чуть. Еще добавим майонезу. Вот у нас что получается. Майонезу у нас маловато. Добавляем еще. Сколько не жалко. Много, конечно, не надо майонезу. Будет майонез плавать. Это будет плохо. Ну, хватит. Я думаю, что достаточно. Ну, перемешаем. Нормально будет. Вот у нас что получается. Сыр с яблочками. Если кислое яблочко, то сахарку можно побольше добавить. Ну, сюда, конечно, перчику не надо уже добавлять. Все, мы перемешали. Берем или наш салатничек, или наше блюдо. И выкладываем сюда. По старой схеме. Вот так прижимаем. Чтобы не ходила наша мисочка ходуном. И выкладываем. Ну, какой салатик у нас будет. Сырок. Да еще и с яблочком. Все выскоблили. Выскоблили мы все. Так. Вычищаем с нашей ложечки и собираем курочку вот так вот, курочкой маленечко. Разравниваем. Вот разравняли. Вот какие кубики у нас, яблочки, кусочки большие выглядывают. Вот у нас такой салатик получился. Приминаем его, подсыпать не надо ничем. Вот такой будет салатик. Все, убираем. Отставляем в сторонку. Вот все. Наши салатики с сыром готовы. Всем пока-пока.